5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы без ника. Я уже такие базы рейдил, но проблема в том, что их несколько вариантов. И я хз, какой попался мне вариант. Так, сишек я не взял, если что, у меня есть на почте. И судя по всему, они мне пригодятся. Хотя, нет, не факт. Можно попробовать зайти вот с этой стороны. Угу. Блин, ладно, давайте верстак сломаем тогда. Попробуем зайти дальше отсюда. А, туда же сишка не нужна. Вот такого варианта, кстати, не помню. Может быть, конечно, и был, я забыл про это, но вроде бы как и не было. Сколько тут у нас ящиков? 4, 5, 6, 7 ящиков. Ну, это быстрый рейд довольно-таки. Готово. Все ящики открыл, от всех волн избавился. Птички забираю. Пивасик, который у меня украли. Вода, по идее, тоже. Меня стыбзили. Пластины пускай будут. Кожа мне нахрен не нужна. Так. А вот пиво, которое у меня украли. Микросхема тоже у меня украли. Гвозди заберу. А что еще можно забрать? Понятно. Ладно, продолжаем. Опа, бензинчик, это хорошо. Изолент тоже неплохо. Дерево заберу. Пусто. Так, это у меня сперли. Морковку я, пожалуй, просто так заберу. Надо же что-то хавать. К тому же хил вернулся нормальный, так что можно и морковкой хилиться. Так, тут плотницкий стол, который я сломал. Здесь у нас... О, угу. Вагачные ключа и дерево. Много-много-много дерева. Здесь я уже смотрел. Ничего подобного интересного нет. То здесь тоже. Хотя мясо есть. Да тут у меня украли. Кроме того, что пиво было 3, и бутылки с водой было тоже 3 штуки. Ладно, тогда давайте положим сюда байк что-то. Например, всю морковку можно сложить. Блин, я так и канистры эти не положил. Кстати, надо их сделать вот так, наверное. Чтобы потом можно было это сложить. В пикапе, пикапе, пикапе ничего нету. Я, пожалуй, заберу дерево. А что мне делать? Дерево надо. Добывать самому неохота. Лень. Поэтому лучше заберу вот так. И здесь где-то я еще видел дерево. Во. Думаю, так пойдет. Делаем еще вот так и вот так. И заберем гаечные ключи. Даже вот так, наверное. Ну, вот и все. Такой базы, кстати, мне реально не попадалось. Я посмотрел. Но вроде бы такого не было ничего. Это получается уже какой будет третий или четвертый, даже пятый вариант базы без ника. Потом реально можно будет запутаться, какая именно тебе попалась. И что надо с собой брать? Сишки, топоры, обычные топоры. Ну, на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.